Поддержать жителей Донбасса не только вещами и продуктами, но и психологически собираются общественники Советского района. С проектами оказания помощи гражданам ДНР и ЛНР НКО собираются заявиться на специальный президентский грантовый конкурс. Заявки на него принимают по двум направлениям. Это развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, и социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан. Принять участие в конкурсе решили сразу две некоммерческие организации муниципалитета. На реализацию своих проектов они могут получить до 15 миллионов рублей. Конкурс достаточно сложный. И для того, чтобы участвовать в нем, нужно подтвердить нужность своего проекта, показать, как это важно людям, наладить контакты с некоммерческими организациями, с бюджетными учреждениями, которые расположены на территории Донбасса и вообще Украины. Мы прорабатываем две заявки, две идеи.